потому что у меня несколько лет назад надрыв связок на голеностопе. И, видно, он как бы не было иммобилизации правильной, и поэтому срослось все, видно, неправильно. Это потом сформировало травму колена. Но, видно, поменялась постановка стопы со временем. Потом было два падения с разворотом тазобедренного сустава. С разницей там где-то лет 8, наверное. И оба очень болезненные, и оба незалеченные, как бы остались в таком состоянии. И из-за этого как бы ограничение подвижности в тазобедренном суставе на левой ноге, оно ощущается, и только занятия спортом, в принципе, помогают ее сохранить как-то на каком-то уровне. Тебе предлагаю сейчас подвигаться. Ну, я поняла уже, когда во время вашей работы, то есть как бы идиомоторно, я представила, что я могу сделать больше объем движений, чем как бы до этого. То есть как бы уже не на уровне там биомеханики у меня было ограничение, как бы я уже понимала, что я многие движения сделать просто не смогу. И во время вашей работы этот диапазон, он увеличился, амплитуда, просто ну воображаемая амплитуда. Вот, и... Ну, как бы было ощущение, что ограничения все время какие-то были, вот, ну, которые постепенно в суставе ну, как-то вот куда-то уходили. Но не до конца. То есть я даже сейчас чувствую, что где-то что-то осталось. Ну, один раз. Вот, да. И то это как показательное, поэтому. Вот, но при этом как бы ощущение симметрии в обеих ногах, которого не было. Ну, я уже к этому привыкла, что его нет. То есть его не было там лет, наверное, 7 последних, ощущение симметрии этой, вот именно в положении ног. Вот. Ну, как бы есть ощущение, что расслабился таз, потому что он был напряжен. Шло ощущение напряжения с ног. И в плечевом суставе все время вот эти мои как бы подергивания, это вот такой, ну, как бы страх на уровне мышечной памяти. То есть, знаете, какие-то движения мне под этим углом, они у меня болезненно были. И как бы мы преодолели там частично какие-то вот эти углы. И как бы я поняла, что мы за них заступили. Вот, но это там последние у меня, наверное, лет около 4-5 лет. Эти травмы там мелкие, которые ну, как бы уже застревают и ограничивают амплитуду. Ну вот, в общем... Ну, сейчас... как бы общее состояние расслабления такое. Теперь сейчас, что я тебя прошу, глубоко вдохнуть и потянуться так, как хочется.